Ген, слушай, ты бы сходил к соседу к нашему, поговорил с ним? Зачем? Ну, понимаешь, вот ты когда уходишь из дома, он сразу же бежит ко мне домой и спрашивает какой-нибудь инструмент. А сам при этом ведет себя как-то странно. У меня такое ощущение, что он меня как-то соблазнить пытается. Слушай, а его жена тоже так же себя ведет. Как только ты уходишь на работу или куда-нибудь еще, она прибегает сразу, вся такая нафуфыренная, и ты ей то соль надо, то помочь там что-нибудь там сделать, там кран течет, то телефон она какой-то не знает. Как будто она меня, слушай, соблазнить хочет. Странно. Что бы это могло быть-то? Да чего, у нас опять все, что ли, вчерашнее? Слушай, знаешь что, если тебе не нравится, иди вон к соседке, пусть она тебе борщи варит и ублажает тебя. А ты тогда иди к соседу. Пусть он тебе там все заколачивает и массажики тебе делает. Да что ты говоришь? Хорошо, и тогда твою приставку игровую я тоже соседу подарю, понятно? А я твой тогда кольцо с бриллиантом соседке он подарю. Ну и все. Ну и все.